Всем привет! Сегодня покажу вам, как я готовлю кускус. Кускус можно готовить по-разному, но у меня сегодня будет с овощами. Поэтому это будет очень быстрый, полезный и вкусный гарнир. Давайте готовить вместе. В кастрюльку я насыпаю 1 стакан кускуса. И к этому времени у вас в чайнике должна закипеть вода. Наливаю кипяток. На 1 стакан кускуса я беру 3 стакана кипятка. Размешиваем и добавляем соль по вкусу. Можно делать на 2 стакана кипятка, но тогда кускус будет более такой тверденький. Смотрите, как вам больше нравится. Когда 3 стакана воды, то он более мягкий просто получается. Накрываем крышкой и пока что отставляем в сторону. Мне нравится готовить кускус с овощами, поэтому я на разогретую сковороду наливаю немного оливкового масла и насыпаю овощи. Я взяла вот такую смесь овощей, можно брать абсолютно любую. Здесь у меня идет, сейчас посмотрите, брокколи, морковка и цветная капуста. Насыпаем и буквально 5-7 минут помешиваем и обжариваем овощи, чтобы они разморозились и немного размягли. Овощи можно немного подсолить и добавить любую приправу, которая вам нравится. Я положу немножко итальянских трав, буквально пол чайной ложечки. Все, овощи готовы, можно снимать с огня. Открываем наш кускус, он уже настоялся, и выкладываем сюда овощи. Можно перемешать кускус с овощами, а можно оставить вот так вот, как есть. Просто будете из-под низу набирать кашу и немного овощей. Это очень простой, быстрый и полезный гарнир. Поэтому пользуйтесь этим простым рецептом. Не забудьте подписаться на мой канал, если это видео вам понравилось. И поставить лайк, конечно же. Всем пока!